Спасибо, студия. Доброе утро, Красноярск. Продолжаем отмечать день русской словесности. О, люди! Жалкий род, достойный слез и смеха. Жрецы минутного, поклонники успеха. Как часто мимо вас проходит человек, над кем ругается слепой и буйный век про меня. Но чей высокий лик в грядущем поколении поэта приведет в восторг и в умиление? Я-то подготовился, читаю Пушкина, если кто не понял, дорогие телезрители. А знают ли красноярцы Пушкина? Сейчас мы узнаем у нашей телезрительницы Ирины, у которой сегодня первый день отпуска, и которая вышла к нам лучезарная, сказала: что вы, ребята, здесь вот как солнышко светите? Мы говорим: Ирина, у нас есть часы, знаете ли вы Пушкина? Она сказала: конечно, я знаю, и готова нам сейчас его прочитать. Ирина, пожалуйста. Ну, конечно, это самые известные стихи, наверное, Пушкина, которые знают все. «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты. Нет, глуши, во мраке заточения тянулись долго дни мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Ну, в душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. И любовь! Может, вот. Я что-то немножко попутала. Ирина, утро, понимаете, да. Это хорошо, хоть мы вас встретили, потому что уже не знали, кому обращаться, кто. Вы знаете Пушкина? Нет, нет, на работу торопитесь. А у меня отпуск. Ирина, как планируете провести отпуск? Уезжаю сегодня к родителям. Прекрасно. Лучшее место — Тверь, под Москву. Правда, там погода, говорят, портится. У нас как бы налаживается, а там портится. Так вы и привезете им хорошую погоду. Конечно, своей прекрасной улыбкой. На это я надеюсь. Пусть тверяки тоже радуются, что я к ним еду. Своим прекрасным настроением. Мы хотим вам с Дмитрием Кутько, оператором от рубрики «Внутренний кофе» с Богдана и от телеканала «Фонтова», презентовать часы. Ну, вы просто меня осчастливили. Да, держите. Сегодня чудный день, праздник. Поздравляю всех с этим праздником, красноярцев, моих друзей, моих родных. Я думаю, что такое начало недели вообще будет прекрасным продолжением лета. Спасибо вам большое, Ирина. Удачного вам дня, удачного отпуска. Всего доброго. А я скажу сейчас, что на улице Матросова, несмотря на то, что такое замечательное у нас настроение, солнце, вот такая вот пробка. Да, и до свидания. Спасибо, Ирина. И если вы сейчас выходите из дома, помните, что у нас есть прямая трансляция на сайте Афонтова.ру. Можно смотреть нас на мобильных устройствах и у себя в компьютере, пока никто не видит. Но понедельник, куда все эти люди и откуда едут, непонятно. Ситуация осложняется еще и на подъезде к кольцу со стороны Красноярского рабочего, а на мосту. Вот, не могу. Как говорит Дмитрий Кутько: у тебя есть съемки? Я говорю: есть. Давай поехали, поедем. Потому что ремонт идет, и очень сложно будет проехать. Что ты кулачешкой машешь? Ну-ка, продолжи строчку. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый. Все ходит по цепи кругом. Ничего не чуждо и нашим операторам. На этом информационно-развлекательная познавательная рубрика «Внутренний кофе» с Богдана. Понедельничный выпуск совершает крутое пике хорошего настроения и желает тебе, телезритель, застывший у экрана в немом изумлении, замечательного понедельника, любви, обжигающей сердца и дарящей радость не только любимым, близким, там лестница, любимым, близким, родным, но и тем, кто немножечко этого хочет больше. 74-й маршрут. О чем вижу, о том и говорю. Сейчас упадешь. Александр, Марина, а что там дальше в Лукоморье было? Буря небо мглою кроет, вихри снежные крутя, то как звери на заводе, то заплачет, как дитя. Но это прогноз погоды не этого дня, к счастью.